Два месяца круглосуточного домашнего ареста избрал суд для двух военнослужащих воинской части, расположенной в районе школьного аэродрома. Напомню, что после воскресного конфликта с группой людей в балаклавах на границе части военная прокуратура объявила о подозрении двум военнослужащим. Патрулирующему территорию солдату вменяют нарушение устава, а руководителю части – бездеятельность военной власти. Они имели с собой реально все правонаступающие документы. И акт от ввода на землю, и имели акт, не, будивництво, было та же дозвол на будивництво, схемы были не всех утверждены с мэрией, было все согласовано. И представьте себе вторую позицию. Рядом стоят 15 человек полицейских, которые прибыли туда заранее, подготовлены по их охране. Помните, где-то с год назад была у нас трагическая ситуация, когда три спецподразделения полицейские друг друга перестреляли. Вот была бы та же самая ситуация. Если бы я давал команду открывать огонь, а полицейские, зная, что эти люди правы, и они прибыли для их защиты, они что бы сделали? Они бы и защищали их, и открыли бы огонь в нашу сторону. Мы считаем, что состава этого преступления нет, что идет речь об обычных гражданско-правовых отношениях, поскольку возник спор о праве пользования земельным участком. Сам Григорашенко на момент своего задержания 30 числа всего лишь один день исполнял обязанности фактически командира части.